Только фрукт надо, еще что надо, говори. Фрукт надо. Нам только фрукты надо. Да? Базар. Базар, фрукты, базар. Только ты нам покажи, мы сами выйдем. Хорошо, значит. Да, твоя. Я твоя. Сережа, ты кошелек положил в портфель? Вон за ним иди. Посуда у них продается железная. Кстати, заметил, у них или пластмасса, или железо. Другой посуды у них нет. Все? Все? Да, блин. Чуть меня не задавил нам сюда. Вот фруктовый базар. О, сколько, посмотри! А, вот, вот чика. Чику, чику. Почем чика? Почем? Прайс. Прайс, прайс. 100 рупий, 10 пис. Сереж, переведи. 100 рупий, 10 пис. Есть на чем написать? Ну, я у тебя не учу, я покажу, ну как, копейки. Вот они плотненькие, хорошо можно довести. 100 рублей, сколько штук? 10 штук, 10 рублей штука. Что, Сереж, берем? Куда ты? С собой взять. Домой или? Да, вот они еще плотненькие. Или ребята? С собой, домой. Ну, возьми. Давай, да, доставай. А дракон фрукт белый или розовый? Внутри розовый или белый? White, white. Белый внутри? Yeah. Или розовый? Или red внутри, внутри? Но он не понимает. Сереж! Вон сколько фруктов, да? Вон, Сереж, зеленое яблоко есть. Мы прошли его сзади. Вот, смотри. Надо оттуда идти, с той стороны. Сережа, с той стороны. Почем это? Почем фрукт? Здесь, блин. Дракон фрукт почем? Он внутри белый или розовый? Внутри белый или розовый? Внутри белый? White? Ой. А, надо розовый. Нету. Маракуйя почем? Маракуйя 350 килограмм. 350 килограмм? Сколько в килограмме штук? 1 килограмм. Вот, он, ну это уже очень мягкий. Он очень уже мягкий, неплотный. И мы такой не довезем. Фреш. Very good. 2 кило? 2 кило? Очень мягкий. Что, Сереж, возьмем здесь или там у себя его возьмем?
Я думаю, мы его там возьмем. Здесь он очень мягкий, неплотный, мы его не довезем. Все, все. Мы там посмотрим. Пойдем, тут пройдем, мы еще не были здесь. Вот там пройдем и пойдем обратно сюда. Надо было им сказать, когда мы ушли-то. Там овощное, там овощи только. Здесь лучше были. Ну так там овощи, значит там ничего нет. Вот только здесь, пойдем туда. Все. Пойдем тогда, вот там, где при входе мы вот пробовали вот это зеленое яблоко, там купим. Там идет это 150 рублей килограмм. А здесь сколько? А здесь не знаю. Почем этот фрукт? Ашарепку. Почем? 150 килограмм. А, ну также 150 рублей килограмм. Точно так же, вот так он выглядит. Но здесь он опять плотный очень, Сереж, смотри. Возьмем его, да, давай его возьмем. Ну давай, сколько нас там? 6-7 штучек возьмем. Thank you.